Вот, короче, сын ходил с ними и не зарядил. У нее два кубика, а у него, видать, совсем он силу вообще не показывает. Вот орет где-то. А я не знаю, по навигатору не вижу. Она к нему не подваливает, рядом со мной ходит. Потому что он ушел давно уже. И так азартно. Хорошо, голос хороший, доносчивый. Уже давно слышит его. Взяла бы, подвалила, я бы увидел, где он находится. Ее-то я вижу. Надо было засечь, секунд этот взять, секундомер, и засечь, сколько я по времени подхожу, сколько я время теряю при испытаниях, допустим, по белке. Когда иду к собаке, он же орет, он как бы не в работе, не в поиске имеется в виду, а уже как бы нашел. И это время, естественно, теряется. Здесь вот такой нюансик небольшой, что собака с большим поиском, сейчас он нашел, наверное, не знаю, 200 метров, наверное, от меня, если не больше. Тем более без навигатора вот хожу не напрямую, скажем так. А если покуниться, испытание, там-то еще дальше может быть. Надо как-то это дело, я думаю, что когда голос собаки слышим, надо, я думаю, останавливать секундомер. Вот сейчас вот потом на камере посмотрю примерно, сколько я минимальное время, потому что я уже включил-то камеру, когда он уже, я слышал его, шел к нему, сколько я по времени подхожу. Вон он, вижу уже, уже вижу. Уже вижу. И деревья такие не очень большие. Камеру не взял нормально, чтобы снять белку, если есть. Я думаю, мы его должны увидеть. Он, да, здесь она пляшет. Вон она, я ее вижу. Наверх пошла. Ага, молодец, молодец. Молодец, бег, молодец. Наверх, наверх пошла, он даже заплетал. Вон, перешла. Спокойненько, не перепрыгнула, перешла на соседнюю крону. Вот, или на березу, или вот на эту вот елочку небольшую. Мне кажется, на березу она пришла.